Рада приветствовать всех зрителей телеканала «Самара ГИС» на часах 13.05. Это значит, что вы смотрите ваше любимое шоу «Универсальный формат». Как всегда, в этом интересном шоу мы рассказываем о интересных вещах, интересных людях, знакомим с вами, конечно же. Ну и рассказываем, обсуждаем очень актуальные проблемы и вопросы. Вот сегодня тема нашего эфира звучит так: «Пусть меня научат». Я думаю, всем абитуриентам, да и всем родителям будет очень интересно, интересен наш эфир. Ответим на волнующие вопросы, какие же специальности самые актуальные, как сейчас, чем сейчас живет студент, какая, насколько интересна студенческая жизнь. И к нам сегодня заглянули, собственно говоря, представители Самарского филиала негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Университета Российской Академии и Образования. Академии образования, да? Что ж, представлю всех поименно. Кандидат политических наук, директор, собственно говоря, Владимир Николаевич Выводцев. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Рядом расположилась Анна Игоревна Радаева, кандидат юридических наук и заведующая кафедрой гражданского права. Здравствуйте. Анна Васильевна Денисова, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного права. Вот такая тонкая леди, а уголовное право, которое очень, мне кажется, интересно, но и очень сложно тоже познать. Приветствуем мы вас. Ну и рядом со мной расположилась студентка первого курса, очной формы обучения тоже юридического факультета, будущая юриста Варвара Москаленко. Здравствуй, Варя. Здравствуйте. В преимуществе у нас сегодня юристы, я так понимаю, будущие, практикующие, учащие этой интересной и сложной науки, наверное, студентов. Наверное, сначала хочется начать эфир именно с истории, с какой-то такой визитной карточки вашего университета. Как давно в Самаре, ну, я так понимаю, потому что это филиал, насколько зарекомендовал уже себя среди абитуриентов, среди студентов? Вот визитная карточка. Так, кто расскажет? Я предлагаю, вы как от лица директора. Спасибо, Юля, за предоставленную возможность. С удовольствием представлю наш университет и в части Самарского филиала Университета Российской Академии Образования. История достаточно уже солидная, более 20 лет. Вот, история начинается с 1991 года, когда решением Академии наук было принято учредить Самарский филиал как площадку экспериментальную у нас здесь, на Самарской земле, для продления или продолжения развития всех традиций образования российского, которые были накоплены за долгие годы и советской власти, и дореволюционный период. В далекие 60-е годы, в 1969 году, в то время еще Министерство просвещения, вы чувствуете, как это звучит, Министерство просвещения, вот, своим приказом учредила Институт повышения квалификации работников образования. И вот этот институт в дальнейшем был преобразован в Университет Российской Академии Образования. И в данном случае дал также жизнь нашему филиалу, который уже более 20 лет, напоминаю, здесь, на Самарской земле, занимается продвижением образования по ряду дисциплин, о котором мы будем говорить позже. Но я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире 202-11-22. Этот телефон ждет ваших звонков. Звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. Ну и, конечно же, розыгрыш призов не за горами. Чем-нибудь интересненьким вас и порадуем. Ну а пока, наверное, свои вопросы буду адресовать именно я к нашим гостям. Очень, наверное, важна для будущих студентов, для будущих родителей, это вообще материальная база, материально-техническая база, насколько оснащен университет, насколько красивые, уютные, наверное, классы, аудитории. Вот об этом вопросе можете ну, как-то рассказать? Гордитесь ли своими аудиториями, стенами? У нас свое помещение, которое является собственностью университета. Вот. Согласно всех требований, которые выдвигаются или предъявляются к любому учебному заведению, вот мы соответствуем. Этим подтверждением моих слов является аккредитация, которую мы имеем с 16 июля 2014 года. То есть буквально вот полгода тому назад мы прошли эту процедуру. Соответственно, в преддверии этого события университет готовился, и поэтому мы соответствуем, материальная база соответствует. В плане уютности, в плане благоустроенности, надо сказать, что именно наш самарский филиал именно отличается такой полудомашней, может быть, обстановкой. Вот. И поэтому
Здесь тоже все хорошо. Но, наверное, я хотел бы поправить именно многих родителей, которые... Видим, извините, пожалуйста, как раз главный вход. Да, да? Это наш фасад. Угу. Вот. Если хотел бы поправить наших родителей в той части, что, может быть, не всегда главным критерием является только получаемая специальность ребенка. Это и, может быть, не совсем вот те удобства или условия, а именно перспектива дальнейшего трудоустройства, угу. Какова будет его дальнейшая жизнь. Но мне кажется, это основной, наверное, такой показатель успешности. Несмотря на то, что у нас есть все, и как вы видите, благоустроенный внешний вид, вот необходимые лаборатории, необходимое оборудование, условия созданы абсолютно все. Но и при этом у нас нет ни одного студента, который бы стоял по итогам обучения у нас на бирже труда. То есть трудоустройство у нас наступает буквально с момента прихода абитуриентов. То есть им практически с самого начала предлагается совмещение по работе по тем или иным направлениям. Это могут быть структуры различные. Ну, я думаю, о трудоустройстве, о практике, о прохождении тоже поговорим отдельно немножечко подробнее. Хочется, наверное, ну, возможно, спрошу, адресую свой вопрос как к студентке, к Варе, от лица студенчества. Ну, расскажи, пожалуйста, о университете, насколько нравится учиться, чем живет студент в вашем вузе? На самом деле очень интересно учиться. Ну, в первую очередь, мне нравится сама профессия юриста, но также тут немаловажную роль играют преподаватели. Они не только квалифицированные специалисты, но также просто хорошие, теплые люди, с которыми приятно общаться, к ним приятно приходить. Они никогда не рубят с плеча, никогда, ну, как-то, я не знаю, не валят, не давят. Всегда очень относятся с пониманием. Вот. Поэтому мне нравится учиться. Действительно, домашняя теплая обстановка. Ну, это такие главные критерии, по которым ну, мне нравится. Ну, коль Варя заговорила о преподавателях, давайте немножечко поговорим о преподавательском составе. Ну, расскажите, кем гордитесь? Есть ли гордость среди преподавателей? Кто поделится нам? Конечно, преподавательский состав представлен высококвалифицированными преподавателями. Все преподаватели у нас являются кандидатами наук, докторами наук. Но, безусловно, у нас в университете предпочтение отдается преемственности. В частности, многие наши студенты, которые изначально учились в нашем вузе, в дальнейшем повышают свою квалификацию, поступают в аспирантуру и потом уже приходят к нам в качестве преподавателей. Примером таким являюсь в том числе и я. Я закончила также университет Российской академии образования, потом защитила кандидатскую диссертацию и уже пришла преподавать. Естественно, университет наш дает широкие возможности и в преподавании, и в занятии научной деятельностью, и в последующем трудоустройстве. Среди наших преподавателей существуют такие, которые отмечены дипломами, наградами различными, в том числе и наградами Министерства образования Российской Федерации, в частности, заведующей кафедрой психологии и педагогики в прошлом году у нас была награждена. Кроме того, и, соответственно, здесь присутствующие также являются победителями конкурсов Самарской области «Молодой ученый». И я, и Анна Васильевна, соответственно, выигрывали данные конкурсы. Естественно, это большой плюс. Помимо этого, плюсом также является то, что многие наши преподаватели совмещают научную деятельность, педагогическую и практическую. И связано это еще дополнительно с тем, что у нас в университете студенты могут проходить, естественно, различные виды практик, в частности, учебные, производственные, это касается бакалавров, а специалисты могут также еще проходить и преддипломные практики. У нас широкий круг базы практики для всех направлений и специальностей подготовки. В частности, если мы с вами говорим о юристах, поскольку в основном здесь собрались юристы, да, то практика у нас может проводиться в коллегиях адвокатов, в судах, в правоохранительных органах, в органах государственной власти, местного самоуправления. Заключено огромное количество договоров. И что самое главное и самое положительное, мы получаем хорошие отзывы о наших студентах и получаем благодарности от места прохождения практик. И помимо этого, у студентов, которые проходят практику, их потом уже, соответственно, приглашают для работы в те места практики, в которых они себя уже зарекомендовали. Это безусловный плюс. И помимо этого, мы также
примечаем тех студентов, у которых есть, естественно, рвение. В частности, вот Варвара, наша одна из лучших студенток, несмотря на то, что она у нас учится на первом курсе, в данный момент она уже трудоустроена, что является также, я думаю, плюсом. Это наша гордость, звездочка, поэтому, естественно, наши студенты, они не остаются перед вызовом я и учеба, мы всегда им готовы помочь, посодействовать в разных вопросах. Здесь своего рода действует индивидуальный подход, конечно же. Индивидуальный подход к каждому студенту. Мы каждого поймем и каждому поможем. Слушайте, ну это замечательно, потому что, вспоминая свои студенческие годы, честно говоря, очень любила и, наверное, понимала те предметы, преподаватели которого как-то относились с пониманием, собственно говоря, к студентам, которые как-то пытались донести, у которых был индивидуальный подход, наверняка Варвара меня поймет, нежели те преподаватели, которые вот, ну, любили так немножечко, честно сказать, как-то сказала... Валит. Да, любить с плеча и повалить, потому что, ну, не хочется даже изучать такой предмет. Так или иначе, когда налажены такие теплые взаимоотношения между студент-преподаватель, это прекрасно, и тогда ты понимаешь... изначально предмет, а потом ты продолжаешь какой-то профессиональный свой рост и идти уже по ступенькам. Это, ну, я считаю, большой плюс. Вот как, вспоминая студенческие годы, это действительно очень огромный плюс. Что ж, как и обещали в начале передачи, обязательно разыгрываем мы сегодня призы, в том числе на концерт Игоря Христенко. 25 февраля состоится это событие в «Звезде». Вопрос звучит следующим образом. Ну, собственно говоря, как-то адресован, как-то упомянута тема нашего эфира. Какое же высшее учебное заведение окончил Игорь Христенко? 202-11-22. Звоните, предлагайте свои варианты ответа. Быть может, он будет правильный, тогда два билета достанутся именно вам. К вам хочу обратиться с таким вопросом. Ну, мы узнали то, что действительно юриспруденция представлена в вашем университете. Какие еще специальности актуальны, какие еще специальности готовы, какие специальности ждут наборы и так далее? Скажите, пожалуйста, именно о специальностях. У нас еще представлена тоже достаточно ярко это экономика, вот, и психология. В частности, вот Анна Юрьевна сказала, что руководитель кафедры психологии и педагогики был отмечен, или была отмечена этим летом Министерством образования и науки Российской Федерации. Это почетная грамота, то есть практически это достаточно очень серьезная оценка деятельности данной кафедры. Вот. Экономическая кафедра также находится в постоянном развитии. Межфакультетскую кафедру возглавляет у нас даже кандидат мастера спорта по греко-римской борьбе, человек, который является призером ряда чемпионатов, соревнований. Мы гордимся этим сотрудником. Вот. Ну, мы люди достаточно скромные, поэтому я специально не называю конкретно фамилии этих людей, потому что, сами понимаете, это их просьба, чтобы мы их не пиарили чрезмерно высоко. Они и так хорошо представлены и имеются, имеют серьезную оценку организации, как нашей, так и министерства. Структуры, которые представлены всем университетам, это практически от А до Я. То есть человек может себя, поскольку мы здесь, хотелось бы мне остановиться на самом университете Российской академии образования. То есть три кита, на котором стоит и зиждется Самарский филиал, мы уже их обозначили. Но сам университет — это целая сеть филиалов по всей Российской Федерации. От Новосибирска до Майкопа. И поэтому человек может учиться в Новомосковске, в самой Москве, получая специальность от живописи до высшей математики. Поэтому здесь, если у кого-то возникнет желание вот, изучить весь спектр предлагаемых услуг университетом Российской академии образования, предлагаю просто посмотреть на сайте все необходимые, всю возможность. Вот. А мы в данном случае можем здесь способствовать как раз именно реализации этих планов, этих целей, этих задач. Ну, смотрите, нашла такую информацию о специальностях, то есть, что еще представлено, и менеджмент, и психология, как мы назвали, реклама и связь с общественностью, торговое дело, экономика, юриспруденция. Правильно? Все верно? Конечно. На все готовы? Всему научите из этих перечисленных специальностей. Я так понимаю, что у нас есть звонок от нашего телезрителя. Верно ли я понимаю? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Ирина.
Ирина, очень приятно. Вы уже окончили высшее учебное учреждение, либо, может быть, студентка, может быть, помните свои студенческие годы. Расскажите, на какой стадии? Окончила. А по какой специальности? Юриспруденция. Юриспруденция. Вот, пожалуйста, коллега, хорошо. Замечательно. Ну, юриспруденция, это пригодилось в жизни? Да, но, к сожалению, очень сложно сейчас работать. Очень сложно работу найти. Вот, пожалуйста, мы повторяем, опять же, актуальность того, о чем мы уже упомянули в эфире. Хорошо, скажите, пожалуйста, какое же высшее учебное заведение окончил Игорь Христенко, актер, собственно говоря, знаете? Театральное училище имени Щепкина. Слушайте, ну это действительно верно, ну несложно было догадаться, я думаю, по крайней мере, вариантов ответов можно было свести к минимуму. Я вас поздравляю, 2 билета на концерт Игоря Христенко достаются вам, 25 февраля, ночной клуб «Звезда». Приходите вместе с любимым человеком, с родным, близким, ну, кого-то берите с собой, хорошего человека, и проводите весело и интересно свой вечер. Спасибо большое. Поздравляю. Вот, пожалуйста. Да, поздравляю, во-первых, наших телезрителей. И опять, пожалуйста, возник вопрос о трудоустройстве. Это действительно, мне кажется... Самое главное. Самое главное. Вот дело в том, что я вот небольшой экскурс в свое прошлое совершу. В молодости я занимался боксом. Был такой период в моей жизни, еще когда я был школьником. Вот наш тренер регулярно летом вывозил нас на поляну Фрунзе. Ну, теперь это Барбошина поляна. Угу. И нам, молодым еще, юным, там мы были подростки, так было непонятно, какой-то у нас тренер такой вот задиристый. Он всякий раз устраивал с местными ребятами там какие-то потасовки. Нам приходилось за него заступаться. Только потом нам стало понятно, теперь мне это ясно и понятно, для чего это происходило. Потому что ринг, судья и все остальное, то есть есть определенный регламент, который ты не вынужден выполнять правильно. Вот. А стычка где-то на пляже, там борьба без правил. И здесь проходила как раз именно вот аттестация наших возможностей и способностей. И поэтому самое главное, чтобы с первого захода абитуриент выбрал правильный путь, чтобы потом уже на выходе он оказался специалистом. И самая главная задача нас, мы это ставим в главу угла, чтобы буквально с первых дней пребывания в нашем университете вот, будущий специалист знал даже, где он будет работать, кто у него начальник, сколько он будет в конечном итоге иметь преференции от этой работы, какие могут быть возможности, какие есть параллельные специальности, которые он может, получить или освоить в процессе обучения у нас и параллельно работы. Это же может быть разные формы совместительства. Вот, неполный рабочий день, внешнее, внутреннее совместительство и так далее и тому подобное. Поэтому здесь главная задача любого образования, любого уровня образования – человек получает навыки, знания для того, чтобы их потом применять вот, на практике. Ибо нет смысла тогда тратить родительские деньги, свое время, жизнь. Вот, для того, чтобы 5, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5 иногда бывает. Вот у меня есть родственники, которые там имеют по 3, по 4 диплома вот, и работают в гостиницах вот, инженерами по... оказывают, проще говоря, клининговые услуги. Угу. Хорошо. Ну, действительно, то, что необходимо, чтобы окончание вуза было не просто окончанием, а началом большого творческого, результат профессионального пути. Что ж, я предлагаю поговорить не только студенческая жизнь, это семинары, лекции и так далее, это какие-то интересные еще мероприятия. Об этом чуть попозже, а прежде давайте посмотрим сюжет и вернемся в нашу студию. У выпускников нынешнего года осталось не так уж много времени для того, чтобы выбрать будущую профессию. Возможность работать в престижной сегодня металлургической сфере предлагает Самарский металлургический колледж. Это одно из старейших профессиональных учебных заведений в Самарской области, которое готовит кадры для крупнейших предприятий региона. В колледже обучаются 1111 студентов на дневном и вечернем отделении, и реализуем мы 19 программ профессионального образования по самым востребованным рабочим профессиям и специальностям. Совсем недавно в рамках национального проекта образования Самарский металлургический колледж получил новейшее оборудование. С его помощью студенты смогут освоить работу на станках с числовым программным управлением и подготовиться к работе на самых современных и передовых предприятиях металлургической отрасли. Механические мастерские у нас предназначены в основном для подготовки молодых специалистов для базовых предприятий.
и наших соцпартнеров. Это предприятие «Электрощит», завод приборных подшипников, «Кузнецово», «Прогресс» и ряд других предприятий нашего региона. Освоив работу на высокотехнологичных станках с программным управлением, выпускники Самарского металлургического колледжа могут с легкостью получить престижную работу на крупнейших предприятиях региона. У студентов колледжа есть много возможностей для выбора, так как учебное заведение готовит специалистов по многим востребованным специальностям. Наш колледж ведет прием абитуриентов по специальностям начального профессионального образования. Это автомеханик, сварщик, электрик, повар-кондитер. По специальностям среднего профессионального образования это технология машиностроения, монтаж, техническая эксплуатация промышленного оборудования, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, сварочное производство, технология продукции общественного питания. Мы ведем прием по результатам ГИА по дисциплинам русский язык и математика без профотбора, только результаты ГИА. Отличников учебы металлургического колледжа предприятия Самарской области в буквальном смысле держат для себя, и после выпуска есть большая вероятность получить управляющую должность на большом заводе. Именно об этом мечтает каждый специалист. Кроме учебы и освоения профессий, Самарский металлургический колледж предлагает своим учащимся активную творческую и спортивную жизнь. Что ж, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас представители университета Российской академии образования, Самарский филиал. Ну и, собственно говоря, перед уходом на сюжет мы заговорили о такой студенческой жизни, о яркой, веселой, активной. Я так понимаю, что действительно какие-то мероприятия принимаете участие. Расскажите, пожалуйста, именно об этой стороне вашего творческой жизни вашей. Действительно, хоть юриспруденция сложная наука, но у наших студентов остается время, чтобы заниматься творчеством, развитием себя в культурном плане. Они участвуют в студенческих веснах. У нас есть мини-КВН в нашем филиале. Кроме того, они активно участвуют в общественной жизни и города, и области. В прошлом году, когда у нас были массовые выступления в пользу Крыма, в поддержку Крыма, наша группа студентов тоже участвовала, представляла наш филиал. Поддерживала движение по всей России. Мы видим как раз, да? Результат да. Налицо. Угу. Поэтому Крым. Активно участвуют. Нигде, так сказать, не... Но вы, опять же, проявляете гражданскую свою позицию. Конечно. Во-первых, потому что юрист, это, наверное, человек с такой выявленной гражданской позицией. Это гражданин, во-первых, своей страны. Это борец за справедливость. И поэтому вот участие в каких-то митингах, в парадах, тому доказательство. То, что на деле тоже применяете, воспитываете, во-первых, личность, в первую очередь. Конечно. Варя, ну расскажи ты, как студентка, что интересно, что запомнилось из студенческой жизни вот уже за эти полгода, ну чуть побольше этого полгода? Ну, за эти... Чуть побольше, чем полгода у нас, я точнее, еще не особо успела поучаствовать где-то, ну, так как я только недавно пришла учиться, вот. Поэтому, к сожалению, так уж прям что-то такое интересное еще не могу рассказать. Если мы к вам придем на следующий год или через год, возможно, я уж тогда вам расскажу. Что-то интересное. Ну, вот мы видим как раз, как проходит учебный процесс, опять же, оснащенные учебной аудиторией. Да, то, что... как раз, где у нас... И стенды какие-то представлены с информацией. Здесь у нас все техническое оборудование, поскольку мы очень скрупулезно подходим к обучению студентов, все лаборатории и соответствующая материально-техническая база, безусловно, у нас имеется. И мы с вами видели как раз фотографии, где студенты сдавали государственные экзамены. Но у нас есть еще несколько фотографий припасено. Давайте как-то посмотрим, прокомментируем, что, где, когда, при каких условиях. Вот опять же. Это как раз криминалистическая лаборатория, и здесь идет процедура сдачи государственных экзаменов. Здесь вы видите все стенды, которые показывают именно те действия, которые осуществляют следователи, дознаватели в ходе проведения. Студенты учатся расследовать преступления, их раскрывать, составляют проекты процессуальных документов, учатся работать со следами, которые оставляют преступники на месте совершения преступления, да, делают гипсовые отпечатки, катают пальчики. Слушайте, хоть и работа юриста, это такая сложная работа, но вы так описываете ее интересно, что мне захотелось что-нибудь еще получить, какое-нибудь образование, действительно, и, быть может, переквалифицироваться, потому что, ну, мне кажется, это интересно, действительно. Да, это очень интересно, в первую очередь. На самом деле. Да,
Хорошо. Мы вам в связи с этим можем предложить дополнительное образование, потому что у нас, безусловно, есть возможность получения дополнительного образования и повышения квалификации. Точно так же это возможно для, естественно, уже лиц, получивших юридическое образование. Но а для тех, у кого нет еще такого образования, либо экономического, либо психологического образования, то возможно получение второго высшего образования в сокращенные сроки, в рамках, естественно, которые предусмотрены законом. Повышение же квалификации возможно и для должностных лиц, для работников, сотрудников органов государственной власти, органов местного самоуправления, по различным абсолютно программам. Это и предпринимательская деятельность, это и иные программы по противодействию коррупции и так далее. То есть не только очная форма, конечно, обучения, и заочная, и переквалификации, и повышение, все это доступно. Опять же, вся информация, так понимаю, есть на сайте. Если что-то вдруг не уловили сейчас наши телезрители, можно все это отыскать на контактных телефонах, ну и на сайте вашего учебного учреждения. Вот как раз сейчас мы видим адреса, телефоны и сайт вуза, к которому можно обратиться. Хотелось бы отметить, что итоговый документ, который получает впоследствии выпускник, это документ, который, он является государственным, поэтому в дальнейшем никаких проблем уже при устройстве на работу, при проведении соответствующих проверок, если мы говорим об устройстве, в те же самые правоохранительные органы, не возникнет, поскольку, естественно, документ соответствует всем требованиям закона. Слушайте, ну действительно, мне кажется, многих может как-то спугнуть слово «негосударственное образовательное учреждение». Документ государственного образца, да. Это все не стоит бояться, конечно, этого. Ну и опять же, по опыт, наверное, это самое главное. Если все студенты трудоустроены, это, наверное, самый главный критерий, который мы опять упоминаем. Правильно? Знаете, этот критерий почему-то не спугнул действующего мэра одного из крупных городов нашего региона, министра, вот, достаточно серьезного и ответственного министерства. Вот. Еще ряд чиновников, которые обучались и обучаются в стенах нашего университета. Почему-то этот данный критерий не стал препятствием при поступлении, завершении и продолжении дальнейшем карьеры. Слушайте, ну это очень веский аргумент, поэтому, пожалуйста, обратите внимание. У нас есть еще один вопрос для наших телезрителей, ну, который, наверное, как-то и повеселит, и как-то окунет в прошлое, быть может. Ну, почему? Многие, наверное, любят этот фильм «Операция И». Так вот, собственно говоря, такой вопрос. Как же называется новелла о сдаче экзамена из трилогии «Операция И»? 202-11-22. Ну, кто у нас знаток киноискусства, тот и получит билеты в кино. «Киномечта» ждет вас на любой сеанс. А вы случайно не знаете? Вот у нас... Не знаете ли? К сожалению, нет. Хорошо. Ну, проверим сейчас, насколько знают наши телезрители этот фильм. Вот опять мы видим фотографию. Это, понимаю, что какое-то тоже мероприятие. Да, на студенческой акции по пляжному волейболу. Также наши студенты там выступают. То есть спортивная часть тоже присутствует. У нас арендован большой спорткомплекс, в котором возможно проведение мероприятий всевозможных. Плюс у нас есть в здании самого университета малый спортзал, где студенты могут, по сути, не выходя из родных стен, также заниматься физической культурой и поддерживать себя в тонусе. А спорткомплекс «Спартак» находится в 50 метрах от нас. То есть по дороге мы университета домой? Как говорится, кормим в своей столовой как раз педколлектив этого комплекса. Ну и, соответственно, у нас договорные отношения, все как полагается. Мало того, если кого-то интересует русский язык как иностранный, вот, есть негосударственное образовательное учреждение доп. Образования, которое эту услугу также оказывает, вот, имеет также с нами договорные отношения по сотрудничеству. Поэтому, если это интересует вопрос, ну, их работодатели, я думаю, это заинтересует, мы можем также быть тем самым окном к этой информации в любой момент. Хорошо, давайте поговорим немножечко о льготах. Предусмотрены ли какие-нибудь льготы у вас в университете? Да, у нас предусмотрены различные виды льгот, и прежде всего мы говорим, естественно, о льготах сначала для отличников, для тех, кто закончил школу с золотой медалью и получил, соответственно, диплом с отличием, это 10% скидка. Это льготы студенческие различного вида, которые предусмотрены для ребят, которые учатся отлично, успевают. Это льготы семейные, которые предусматривают некую преемственность и семейственность при обучении. У нас очень много студентов, которые
приходит буквально муж с женой, например. Да. Брат с сестрой. И поэтому, естественно, почему приходят? Потому что здесь учиться комфортно, и здесь дают настоящие знания. И такая льгота, естественно, тоже стимулирует абитуриентов. Кроме того, возможно также льгота при совмещении двух различных направлений подготовки. Если, допустим, получают одновременно экономическое и юридическое образование. Ведь, безусловно, когда многопрофильное образование, оно всегда выгоднее и всегда специалист оценивается выше. А срочка от армии? Конечно, безусловно. Это подтверждается тем, что как раз ВУЗ имеет государственную аккредитацию и лицензию. Поэтому, естественно, все абсолютно льготы, все абсолютно отсрочки, они действуют в рамках установленных законов. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня Оксана зовут. Оксана, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, нам о своей студенческой жизни. Помните ли, быть может, до сих пор еще обучаетесь? Нет, это все давно уже в прошлом. Давно в прошлом. Но помните, вспоминаете студенческие годы свои? Временами, да. Временами, да. Значит, весело провели, интересные были занятия, если до сих пор вспоминаете эти замечательные годы. Как же называется новелла о сдаче экзамена из трилогии «Операция И» и другие приключения Шурика? Совершенно не уверена, но думаю, что «Наваждение». Слушайте, вы как-то не уверены, а ответили совершенно правильно. Я вас поздравляю. Два билета в кино, «Киномечта» вас ждут уже. Как их забрать, расскажем за эфиром. Давно ли пересматривали этот фильм, скажите, пожалуйста? Буквально недавно, но я не помню название, это муж подсказал. Замечательно, у вас очень умный муж, я думаю, как раз и с ним вы отправитесь в кино, потому что подарок необходимо поделить именно на двоих. Вот так вот, «Наваждение» называется эта новелла из трилогии «Операция и другие приключения Шурика». Все, наверное, помнят, все знают наизусть какие-то ремарки, реплики, но вот название не каждый вспомнит. Вот так вот. Встречный вопрос. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, какой формы, организационно-правовой формы закончил высшее учебное заведение Владимир Ильич Ленин? Ух ты! Вы прям поставили меня в тупик. Не знаю, не буду врать, не буду гадать. В деревне Алакаевка, сидя под яблоней, он просто готовился в качестве экстерна. Вот вам ответ на все вопросы, что, какая форма должна быть у вуза. Должна быть здесь вот эта вот форма. То есть человек должен перед собой видеть вот этот самый смысл, мотивацию и так далее и тому подобное. Человек, будучи братом государственного преступника, сам вне закона в течение буквально короткого времени делает карьеру. Вы знаете, что он был уже главой целого государства. Слушайте, и спас Великую империю в свое время, так сказать, от разлома на мелкие части. По сути дела, большевики почти на 70 с лишним лет сохранили те границы, которые были до 17-го года. То, что потом произошло после 91-го, это уже после них было. Это не их беда, это вина, вернее, это их беда, что уже в то время они не руководили. Слушайте, Владимир Николаевич, как кандидат политических наук, да, это действительно, оправдывает. Можете к нам прийти еще в гости в качестве эксперта политики и рассказать нам какие-то интересные такие моменты, которые наверняка не каждый знает. Вот хорошо. Хорошо, когда сам директор действительно доказывает свои знания вот так вот в прямом эфире. Спасибо большое за интересную историческую справку. Мы рассказали о льготах, что действительно это студенческая льгота, это отсрочка от армии, это семейная, будем так называть, да, какие-то льготы. Это если совмещаешь обучение разных специальностей, правильно понимаю? Я думаю, тоже в полной мере все представлено на сайте по телефону приемной комиссии, как-то можно все это узнать. Хорошо. Для наших абитуриентов, наверное, вопрос, который мучает уже всю передачу, те, кто собираются поступать, какие же экзамены, какие критерии отбора, какие критерии приема, расскажите, пожалуйста, о именно приемной комиссии. Дело в том, что все правила приема у нас также размещены на сайте, и абитуриенты и их родители могут с ними познакомиться, а также позвонить в приемную комиссию. Для сведения мы можем сказать, что прежде всего это
Стандартно, как и в любой вуз, представляется документ о сдаче единого государственного экзамена. Это фотографии 3 на 4 предоставляются в объеме 6 штук. Это аттестат, подтверждающий окончание высшего учебного заведения. Ну и, собственно, если это очник, то и соответствующая медицинская справка по форме, установленной законом. Помимо этого, это мы говорим об очном обучении. Если мы говорим о заочном обучении, и, допустим, речь идет о втором высшем образовании, то дополнительно необходимо предоставить диплом о получении первого высшего образования. При этом, если человек не хочет оставлять сам диплом, он может предоставить его копию и диплом хранить у себя. И, собственно, он должен сдать некоторые вступительные испытания, да, которые проводятся в рамках нашего же вуза. По предметам, которые необходимо сдавать при поступлении на то или иное направление подготовки, соответственно, если мы поступаем на юриспруденцию, то точно так же мы выбираем для сдачи ЕГЭ обществознание, историю, однозначно представляем документ, подтверждающий сдачу русского языка. Если экономика, то это математика, соответственно, русский язык, обществознание. Если это психология, то русский язык, математика, биология. Поэтому стандартно абсолютно, как и в любом другом вузе. То есть это те требования, от которых мы не можем. Только лишь результаты ЕГЭ или какое-то еще собеседование необходимо пройти? У нас по результатам ЕГЭ, естественно, установлен предельный балл, который устанавливает Министерство образования. Мы отойти от него, безусловно, не можем. Поэтому мы принимаем по результатам ЕГЭ. Замечательно. Ну и какие-нибудь пожелания нашим телезрителям, вашим будущим студентам, вашим настоящим студентам? Пожалуйста, можно прям в камеру. Как бывший воин группы советских войск Германии, поздравляю с наступающим праздником всех людей, независимо от возраста и пола, который имел или имеет, или будет иметь отношение к защите нашего Отечества, здоровья, счастья, любви и процветания. Ну и что еще могу сказать? Юный друг, мы ждем тебя в стенах нашего университета. Всех благ. Замечательно. Есть что дополнить? Конечно, мы будем рады нашим будущим студентам, нашим абитуриентам и сделаем все, чтобы они трудоустроились, чтобы они получили качественные, практикоориентированные знания. И будем помогать и в дальнейшем, когда у нас есть уже такие случаи, когда наши выпускники обращаются к нам, уже получив высшее образование, столкнувшись с какой-то сложной ситуацией, неоднозначной, мы помогаем всем, чем можем. Советами, знаниями, консультациями. Связь не обрывается после окончания. Варь, ну и прям два слова от тебя. Ну, я сама еще в том году была абитуриентом и понимаю, как тяжело сделать выбор. Но я считаю, что я сделала свой правильный выбор. Желаю всем абитуриентам 2015 года сделать свой. Замечательно. Спасибо большое. Но я думаю, на такой замечательной ноте мы и закончим наш эфир. Вам спасибо, что были сегодня у нас в гостях. Спасибо, что рассказали о своем учебном заведении. Ну и желаю вам, конечно же, хороших студентов. Спасибо. Спасибо. Что ж, это была программа «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Север, и я с вами прощаюсь до следующей недели. Пока-пока.